Еженедельное оперативное совещание провели в Люберецкой администрации. О работе, проделанной за минувшую неделю, отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. За прошедшую неделю в люберецкую полицию поступило 2100 обращений. Возбуждено 28 уголовных дел, 23 раскрыто по горячим следам. За отчетный период произошло 293 ДТП, трое пострадавших. Аварийных ситуаций на объектах тепловода и электроснабжения не зафиксировано. Работы по очистке проезжих частей и тротуаров проводят каждый день. Ежедневно очищается 93 километра автомобильных дорог и 84 километра тротуаров. Выполнялись работы по очистке прибордюрной части дороги по улицам Смирновская и Комсомольский проспект. Проводились работы по очистке 120 остановочных павильонов и площадок вдоль дорог. В этом году в округе капитально отремонтируют 141 подъезд и 61 МКД. В 38 домах заменят кровлю, обновят 17 фасадов, отремонтируют фундаменты, подвалы и внутренние инженерные сети. На территории округа установлено более 11 тысяч видеокамер. Большинство подключено к системе «Безопасный регион». Это единая система видеонаблюдения Московской области, созданная решением губернатора Московской области в целях обеспечения общественной безопасности. Наш округ – лидер по количеству подключенных видеокамер к системе в Московской области. Видеокамеры системы установлены в социальных объектах, в местах массового скопления людей, такие как парки, скверы, на объектах транспортной инфраструктуры, крупных дорожных развязках, перекрестках, пешеходных переходах, во дворах и на подъездах многоквартирных домов. На совещании обсудили вопрос содержания дворовых территорий, уборки мусора, ямочный ремонт дорог. Узнали об очередных спортивных достижениях люберчан. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.